Данное видео предоставлено сайтом online.gdz.net. Unit 4, секция Homework, домашняя работа, упражнение 24. Write down 7-8 questions you would ask any Olympic champion. Start your questions with where, from, what, when, where, how long, why, who. Напишите 7-8 вопросов, которые вы хотели бы задать олимпийскому чемпиону. Начните со слов «откуда», «что-либо какой», «когда», «где», «как долго», «почему», «кто». Поехали. Who are you? Кто вы? Where are you from? Откуда вы? What kind of sport do you do? Каким спортом вы занимаетесь? When did you win the Olympics? Когда вы выиграли Олимпийские игры? How long have you been preparing for the games? Как долго вы готовились к играм? Who encouraged you for the victory? Кто вас вдохновил на победу? Do you still do sport? Вы до сих пор занимаетесь спортом? Well, упражнение выполнено. Если вы хотите смотреть больше видео, подписывайтесь на наш канал на YouTube и группы в социальных сетях.